отношения США и России, Обамы и Путина, я бы охарактеризовал такой русской народной поговоркой: «Милые бронятся, только тешатся». Мы не можем, на самом деле, без Америки, потому что у нас во многом долларовая экономика. Мы не можем без Запада, потому что мы этому Западу поставляем на их деньги наш газ и нашу нефть. Мы не можем без Запада в культурном смысле, потому что во многом, то есть не во многом, а практически Россия является европейской страной с какими-то там азиатскими тараканами в голове в виде Дугина Бородатого, которые еще где-то бегают, да, и которые бегают недодавленными. Но прогресс, в общем, неумолим, и этот железный каблук все это дело раздавит. Это первое. Второе. Если обратиться к работам Капицы, мы увидим, что человечество является единым целым и единым образцом, в котором идут одни и те же процессы. Просто в каком-то месте образца эта волна фазового перехода ушла чуть вперед, в котором в другом чуть меньше, но процессы одинаковые идут. И скоро весь мир станет одной глобальной страной с одной валютой и в перспективе даже с одним языком и местными всякими диалектами.